Продолжим прогноз на октябрь месяц у очаровательных дев. Итак, старший аркан, император. Посмотрим, что он нам скажет в итоге, конечно, да? Но сейчас посмотрим другие позиции. Итак, где сейчас у нас девы? У дев определяется, решается какая-то дорога. Либо девы сейчас на пути выбора, причем они так обдумывают некоторые свои задачи, обдумывают, может быть, взять какое-то направление по работе, либо, еще как вариант, у дев сейчас небольшое затишье, но это затишье связано не с тем, что вот все тихо и ничего не двигается, а наоборот, какая-то им дана передышка, и они во время этой передышки что-то переосмысливают. Так, смотрим по здоровью. Здоровье. У дев здоровье, ну, как-то немножко слабовато в октябре, но, в принципе, вообще-то неплохо. Здесь я вижу кровеносную систему. В частности, кровеносная система, она дает несколько сбой и достаточно стабильная в течение всего октября. У вас может наблюдаться либо головные боли, либо повышенное давление, артериальное давление, да, либо бывает, что они имеют либо рука, либо нога, вот связано с кровообращением. Вы же знаете, что у нас все органы, они взаимосвязаны, поэтому по здоровью уделите внимание и что вас давит. Ну, что можно сказать? Ну, во-первых, нужно обязательно в октябре высыпаться и быть внимательны к своему телу. Поэтому спина, конечно, меня еще привлекает. Так, спина здесь, отдел подзвоночника. Смотрите, что касается спины. Это тоже говорит о переутомлении. Если у вас нижняя часть спины будет болеть, то это в первую очередь указывает о переутомлении и необходимости расслабить тело. Поэтому будьте внимательны в октябре к своему здоровью. Итак, по финансам сейчас переверну, минуточку. Слушайте, в финансах очень даже интересно. И, между прочим, вы обречены октябрь и в начало ноября на прибыль. У дев будет обязательно прибыль. Еще они будут контактировать и общаться с человеком, который имеет прямое отношение к их финансам, либо будет удачная сделка, и нужно будет договориться, и вы договоритесь очень даже успешно. Будут деньги у дев в октябре месяце. Казалось бы, между прочим, если вспомнить предыдущие года, у меня очень много, когда обращались по знакам зодиака, я запоминаю иногда, что, например, девы в прошлом году в октябре было не такое финансовое положение, как сейчас. Заметьте, девы, что у вас улучшается финансовое положение, и, между прочим, вы обречены на успех. Он у вас обязательно будет в материальной сфере лучше намного. И наоборот, у меня был туз пентаклей, вот сейчас он прям вот-вот-вот висит. Я помню годовые расклады гадала. Пролистайте ленту ниже. У меня фотографии животных там есть. Прогноз на 2019 год. И по знакам зодиака. Телец, девы, рыбы. Все есть внизу ленты. Поэтому и хочу тоже вам напомнить. Самое время сравнить. Потому что конец года. Я, конечно, не буду много якать, да, но все-таки скажу свое мнение. Близится конец года. Многих смотрят предсказатели, кто как гадает, кто чего. Сравнивайте, анализируйте, стоит слушать, не стоит слушать. Даже мои прогнозы. Если у вас резонируют, пожалуйста, слушайте и берите с пользой, с благом. Тем более люди, которые подписываются на мой канал, смотрят мои расклады, они мне пишут в личку. Я стараюсь все прочитывать, особенно когда у меня свободное время, это бывает вечерами. Но у людей действительно фортуна начинает благоволить. Поэтому самое время в октябре сравнить те прогнозы, которые вы читали. Я оставляю всегда ленты открытыми. Листайте странички, сверяйте, насколько у вас идет совпадение, 100% или 0%. И если у вас есть совпадение, я буду рада и дальше вам помочь. Так, продолжим. Что у нас у дев? Их окружение.
О, ну что, король мечей. У дев, возможно, мужчины даже смотрят этот расклад. Может быть, у женщины окружение связано с людьми с погонами. Люди относятся, которые к военной профессии, и еще люди, которые работают ментами, да, вооруженных. Как это называется? Ну, не менты, полиция, да, как-то вот мягче надо назвать. Я все-таки попроще называю. И, в общем, люди такие в октябре вас будут окружать достаточно решительные. Смотрите, здесь старший аркан император. Я теперь поняла, что он может сказать. И так, здоровье, император и король мечей. Значит, император вам говорит, чтобы вы обратили внимание на себя и на свой статус, что когда вы говорите, все вокруг вас практически так и происходит, и ваше слово всегда весомо. Вы привлекаете к себе внимание, и ваше мнение уважают. Вы значимый человек, поэтому вам, где надо что-то доказать, не надо доказывать. Все равно приходит время, и ваше слово...